Более 8 тысяч сотрудников системы здравоохранения Акмолинской области спасали жизни людей от опасной эпидемии. Вся работа коллектива отражена на страницах книги «Ради жизни». Кроме того, в ней говорится и о недостатках, которые обнажились еще в начале борьбы с коронавирусной инфекцией. Но самое главное, в случае обострения болезни медработники готовы бороться с опасным вирусом, отмечает главный врач. 2020 год запомнится всем. Коронавирусная инфекция вызвала большой ажиотаж во всем мире, конечно, и поменялись взгляды на жизнь. Мы решили написать эту книгу. В ней говорится о борьбе за жизнь людей, любовь к жизни, любовь к родине. В книге представлена информация о работе медицинских работников из Степногорска, Аршалынского, Атбасарского, Егиндыкольского, Шортандинского, Буландынского районов. Не остался в стороне и нелегкий труд тех, кто нес службы на блокпостах. Также в этот день на базе центра состоялось торжественное открытие нового пульмонологического отделения. Сегодня у нас такое торжественное мероприятие открытия фтизиопульмонологического отделения на базе областного противотуберкулезного туберкулезной больницы. Мы знаем, многие годы у нас всегда есть большая проблема, это диагностика больных заболеваний легких. Ранее было всегда больные, которые были с подозрением на туберкулез, бывало, длительно обследовались, находясь в тех или иных клиниках. Наверное, в связи с этим и принято решение Министерством здравоохранения для того, чтобы на базе областных тубдиспансеров открытие таких отделений. В центре фтизиопульмонологии сегодня насыщенный день. Здесь также прошли онлайн-операции. Мастер-классы давали профессоры из Алматы, доктора медицинских наук Кулахмет Ерымбетов и Шахмат Исмаилов. Операции транслировались в режиме реального времени врачам всех регионов страны. Зарина Дюсекеева, Тлека Эржан, Баужан Смагулов, Алмас Адвокасов, Кокша Парад.